Всем привет, друзья! С вами я, Тимур33К. Сегодня мы будем троллить игроков в Чикенгане. Вы, наверное, знаете, что такое Чикенган. Вы же знаете, что это такое? Короче, мы будем играть в 3.3.0. Я не знаю, это мне такая версия нравится. И не обращайте на мой уровень. Я не буду говорить то, что я скачал. Короче, начинаем. Первое, то, что нам нужно, это зайти в сандбокс. Элмодис. Сандбокс. Челхаус. Нет? Ладно. В смысле? Вот так. Вот на такие сервера мне нравятся. С Empty 2 Grass. Опачки. Итак. Мне кажется, тут вообще ничего строить не собираются. Ну, в принципе, можно здесь что-нибудь поломать. И не обращайте внимания, то, что у меня присоска. Мне просто она нравится. Это же из Польши. Итак. Что это за дама такие? А ну, уходите отсюда. Так, кидаем их под землю. Мощинка. Вот это мы тоже рушим. Это говно. Генерал Кок. Что такое генерал Кок? Хозяин. Где котик? Ой. Точнее, где хозяин котика? Я что-то не понял. Почему, когда сейчас дым пошел, как это стало вонять? Или это я пернул? Мне кажется, показалось. Ага, вот этот кот там летает. Теперь ясно. Это его дом, я так понял? Ой, зеркало. Здравствуйте. С вас подписка и лайк. Если не поставите, я вас убью этим шприцом. Я вас отвечаю. Ну все, иди нафиг, не поеду я с тобой. Домик рушить надо. Говно какое-то нужно срочно порушить. И нахер. Все, поехали. Я сам себе их тут. Это да, перелетный петух. Вот, что это у них такое. Сейчас будем ломать. Что за говно у вас какое-то? Что это? На, тебя заперли. Понятно. Пусти. На. Я буду им все ломать. Нет, пошел нафиг. Я в тебя защищу. На. Да ты заебал. Да что ты делаешь? Господи. Уймись уже. Что я сейчас сделал? Кому нужен котик? Котик. Ты серьезно? Так, ладно, ломаем тут базу. Так, дверь вам тоже ломаем. Все, кидаем туда. Давай туда летим. Давай еще туда. Туда вот это все лететь должно. На. Интересно, будут ли они меня кикать, или они меня узнают? То, что блогер снимает ролик. Что это такое? Что за говно? Ты куда это? Нет, ты что? Я тебе это сломаю, понял? Понял? Отцепи-то, говно! Что ты делаешь? Ты охренел вообще? Стоп, что? Не понял вообще. Это моя машина. Свали отсюда! Что он делает? Что ты делаешь побыстрее? Еще так не знаю. О, я, наверное, мало. А, дом! Что это было? Странно. Идем. Пришли мы к домику. Так. Что мы тут? Шкафчик убираем. О, я дом двигаю! Охренеть! Я дом подвигаю. Ха-ха-ха-ха. Я у вас кровать кину. Что ты делаешь? Ты дебил? Ты что, дурак? Ты. Зачем ты это делаешь? А вот что я делаю, без понятия. Так, разрушаю я вам дома, понятно? И пернул зачем-то. Ну, в принципе... Ничего интересного. Можно выкинуть все вещи. Слушай, что ты такой наглый, а? Я, кстати, могу превратиться в зомби. Ну все. О, вертолет можно даже подкинуть. Вот это да. Кстати, меня не кикают. Ну что, вы без дома остались? Бездомные. Там еще дома. Так, нужно лететь за ними. Бум! Мы пришли. Так, что тут у нас?
В домике. Кто тут? Ничего. Ну ладно. Холодильник я тоже кину. Летай отсюда. Я специально побольше делаю, чтобы никто ничего поставить не успел. На. А, в смысле? Андрей has led game. Ну, в принципе, я оставляю просто всех. А тут один дом. Я что, дебил? Наверное. Так, ну тогда идем в другое место, куда нам еще. Летим опять туда. Там что-то новое построили. Извините, что я так заорал. Генерал Кукум. Ну давай кикнем. Чё? Улетает сюда тупая точила. Чё? Что? 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 Кто тут? Забивной, вы что делаете? Так, я забираю вашу точку, она у меня красивая. Что он заспавнил грузовик? Я хочу с ним. Я угнал машину, я буду угонять грузовика. Где? Братец, ты где? Так, вот такой забивной грузовик. Вот он там, грузовик, я еду к тебе. Давай, грузовик. Грузовик, ёб твою мать, ты не грузовик. Ты кто вообще такой? Ты не грузовик. Ты кто? Ты не грузовик. Твою мать, кто это? Ты что, охренел в меня кидаться? Я тебе сейчас машину сломаю. Он поехал. Вот ты думаешь, что я... Я как я тебя не догоню? Иди сюда! Сейчас тебя догоню на раз-два. Понял? Слушай, ты иди сюда! Что ты делаешь, блин, придурок? Ой. Что ты наделал? Привет, генерал Кукович. Я тебе сейчас твою машину кикну. Она сейчас улетит. На, улетай отсюда. Ура. Так, генерал Куко, может тебя уничтожить? Так. Сделаю погромче. Я его не уничтожаю. Как тебя уничтожить, кукаретина? Ладно. Поехали. Уии, мне нравится от такого камера. Что? Что за звуки? Не понимаю. Долбаная машина. Ладно, едем. Бум! В смысле? Они не откиданы, вы что, охренели? Ладно. Стоп, а как машину сесть? Я тоже красный, примите меня в друзья. Но здесь нельзя вообще никуда нет. Почему это только не добавили? Как она стоит на месте, я не понимаю. Ее же откинуть должны. Как она застряла? Ладно, ну-ка сейчас еще раз сделаем. Что, директор? Чего? Так, мы уехали назад. Ничего себе дым. Едем на машинку. Надеюсь, она сейчас не застынет. Не застыла. Поехали с ней. Что, мы не можем ехать? Почему? Ладно, тогда буду играть за полицию. Слезь. Вы серьезно? Машина стала невидимой? Ладно. Господи. Можно сказать, чисто чел летит на каком-то газе. Забивной петух. Пи-пи. Что? Почему я застрял? Что произошло? Почему стою? Ты где? Дура, блин! Так, а ты? Жопой нюхаешь цветы. Так, какие-то там контейнеры поймал. Да, именно тебя я поймал. Так, а ты чё, задница не двигаешься? А, ты тоже. В принципе, можно облететь всю карту и ничего не делать. Хорошо. Полетели. Нет, так будет быстрее. Слушайте, а давайте там запланируемся. Может, там кто-нибудь меня найдет. На углу карты вообще. Едем на угол карты. Итак, мы прилетели. Ой! Нет! Тачка, ты выжила? Охренеть. А как ты выживаешь? Щикина, это я и вы. Поздравляю. Ну, можно сказать, мы прилетели. Прощай, тачка. Все, пока. Слушай, я хотел с ней полететь. Берем невидимую точилку. И вот так вот.
А что мы стоим, я не понял. Что стоим? Понятно. Ой, блин, что это такое? Что происходит? Кто это вообще? Уходи от меня. Хеликоптер, хеликоптер был. Котик плохой. Я тебя поздравляю, что он плохой. Я его даже двигать могу, хотя я обычная курица. Ну, точнее, петух. Мы тут все петухи, да. Ну, бывают девчонки. Так, давайте на Амугусе прокатимся. Не то, что я спавню, хрен пойми чё. Вот это бубус. Поехали! Ура! Давай взорваться. А если на коте прокатиться? На коте прокатиться на гонках. Ладно. Мотоцикл странный какой-то. Ты что, все еще бежишь? Кот взорвался. Внутри него, наверное, минус сожрал. Ладно. Что у нас еще есть? Слушай, я придумал. Ставим вот эту. Короче, нужно отъехать далеко, чтобы никто меня не тревожил. Ага, конечно. Зеленый. Так, все. Теперь мы будем... Мы сейчас поставим, короче, где батут. Привет. А он говорит, где рояль. А это что? Короче, сейчас закинуем рояль на... Скачать обои, клещ, рояль. А где батут, я не понимаю. Его. Иди нахер! Валим от него. Капай. Чё, какая-то херня была. Там вертолет в воздухе стоит. Что происходит? Так, мы приехали наконец светом. Здесь кто-то был. Не едет за мной. Так, это долбанный. А, это пазик! Что он такой темный? В смысле, это он что ли приехал? Не надо. Твою нахер пошел. Я не сел к нему, я не хотел вообще. Поехали отсюда. Что, я в машине застрял? Как это возможно? Андрей там летит, я не понимаю. Так, где этот гребаный батут? Где батуты? А, батут, ты где? Да блин, не то. Вот батуты. Так. Ой, я не хотел кетчуп ставить. Ладно, итак. Ты уходишь. Ого, вот это мы полетели. Слушай, я реально какой-то орел. Я же с крыльями, а я летать умею. Так, еще раз. Серьезно, это я так подлетел? Слушай, я придумал. Мы сейчас опять... Стой! Горилла тупая. Я же сказал, стой. Только не этот Андрей заколебал. Что ты делаешь? Что ты делаешь, а? Ты чё? Какое-то странное пятно. Какое-то пятно. Ёпарасоте! Не, ну нихера себе, вот это мы подлетели. Я Юрин Гагарин. Короче, я Юрин Гагарин. А... Батуты! В смысле, я их пропустил? Ну, короче, мы Юрин Гагарин. Я уже все разрушил. Короче, сейчас будем только летать. Давай. Куда он улетел? Лети. Ты уйди! Бесишь. Кирилл, блин, заколебал. Батуты! А, это реально были батуты? Охренеть. Сейчас набираем. Итак, мы подлетели. Прощай. Ну вот мы, короче, прилетели с солнца. Можно теперь на вертолет садиться. Ёпарасоте, что это такое? Срать, как будто бы собака. Мы все сделали. Ну, а всем спасибо за просмотр, друзья. Не забудьте поставить лайк и подписаться. И всем пока. Хеликоптер, хеликоптер!